Прямо в аванпост. Черная альфа уже на месте. Так, черная альфа, следи. Сейчас появятся два кайдзю. Первая, третья категория, второй, пятый. Пятой категории, как я справлюсь с третьей и пятой? Постарайся как-нибудь держать вам аванпост. Ладно, пост принял. Значит, аванпост, да? И да, кстати, рядом с тобой где-то бродит маленький детеныш Атачи. Ты его не бойся, он бесполезен в этом бою. Ой, случайно кому-то на хвост наступил. Эх, мелочь, откуда ты же появился? У тебя же нету мамки. А, нифига себе ты! Да, мелочь хуже взрослой Атачи. Кстати, откуда он? Он же клон обычный. Да кто его? Прием, да кто его знает? Ладно, следи. Прием! У меня на радаре третья категория. Третья? Отлично. Остроголов? При всем при этом он еще и раненый, кажись. Кто же вот так потрепал-то? Интересно. Давай, иди сюда, ты остроголовый хрен. Ну все, текай с городу. Будто ты не знаешь об этом. Пошел отсюда! Черт, прием! Мое оружие повреждено, я не могу стрелять в него огнем! Черт! Надо, пятая категория! Черт, это же кодовое имя! Годзилла! Что за... Походу понятно, кто его так потрепал. Эй, ты, ящерица безмозглая. Давай. А, нога повреждена, черт. Нужно помочь. Вдруг эта тварь за нас. Навряд ли кайдзю будет за нас. На мне плевать. Ну
Ну, вроде бы она нас не трогает. Прием! Это Черная Альфа. С третьей категорией мы разобрались. Пятая ушла. Кажется, пятая категория не пыталась разрушить город или напасть на кого-то. Или напасть на город и разрушить. Прием! Мы возвращаемся на базу. Третья категория уже побеждена.